Мы вновь рады видеть наших дорогих зрителей на новом обзоре от интернет-магазина «Серебряная птица». Сегодня мы предлагаем вам полюбоваться на изделия, которые уже стали хитами нашего интернет-магазина. Это изделия от Приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». И не только хитами, но еще и посмотрим на несколько стильных новинок. Заинтриговали? Тогда оставайтесь с нами, и мы начинаем наш обзор. Представляем вашему вниманию великолепный и утонченный комплект из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования со сверкающим фианитом. Эти украшения, которые должны быть в коллекции каждой любительницы женственных аксессуаров. Не отказывайте себе в удовольствии и закажите этот прекрасный комплект прямо сейчас на нашем сайте. Параметры изделий: высота серег 20 мм, диаметр вставки 8 мм. Паспортный вес 6,14 грамма. Диаметр вставки кольца 8 мм. Паспортный вес кольца 3,39 грамма. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования и с вставкой из культивированного жемчуга. Еще один комплект с удивительными филигранными узорами в черненом серебре. Настоящее великолепие! Мы очень рады, что у этого комплекта есть так много поклонников, потому что это подтверждает, что наши покупательницы обладают прекрасным вкусом. Заказывайте и вы эти фантазийные украшения и будьте неотразимыми! Высота серег 43 мм, ширина 18 мм, диаметр жемчужины 6 мм, паспортный вес 7 грамм, ширина кольца 18 мм, паспортный вес 3,8 грамма. Настоящая роскошь, несомненно, в деталях. Комплект серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии золочения с алмазной гранью, без вставок. Это полностью великолепный комплект. Дополните образ солнечными очками, часами и летящей рубашкой с юбкой или брюками. И поверьте, комплименты в ваш адрес не заставят себя ждать. Параметры изделий: высота серег 17 мм, ширина 9 мм, паспортный вес 5,8 грамма, ширина кольца в самом широком месте 8 мм, паспортный вес 2,9 грамма. Восторг во всей красе! Представляем вам серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования и с вставкой из искусственного корунда. Разве можно представить себе более яркую и сочную вставку? Посмотрите, какой
можно удивительный акцент создать в вашем образе. Это действительно вариант для самых смелых. Высота серёг 20 мм, размеры вставки 12 на 10 мм, паспортный вес 6,7 грамма. Размеры верхней части кольца 13 на 10 мм, паспортный вес 3,97 грамма. Представляем вашему вниманию серьги и подвеску из серебра 925 пробы. Покрытие оксидирование, изделие без вставок. Нашим покупательницам очень по вкусу были броши с изображением балерин. А теперь мы представляем еще и серьги с подвеской. Получится настоящий целостный комплект украшений с утонченными танцующими дамами. Изысканность и грация для вашего настроения. Паспортный вес серёг 9,29 грамма. Размеры подвески 43 на 31 мм, петелька 9 мм. Паспортный вес 4,9 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии родирования. Вставка – искусственный розовый кварц. Как создать романтичный образ, на чем сделать акцент, но одновременно и не перегрузить его? У нас есть ответ. Присмотритесь к этим украшениям. Данное кольцо и серьги образуют прекрасный комплект, но могут быть хороши и сами по себе. Выбирайте варианты сочетания и покоряйте всех вокруг своим обаянием. Высота серёг 23 мм, ширина 12 мм, размеры вставки 12 на 12 на 12 мм, паспортный вес 5,28 грамма, ширина кольца в самом широком месте 12 мм, паспортный вес 4,8 грамма. Комплект украшений, в который входят серьги, кольцо, колье и браслет. Металл, серебро 925 пробы. Покрытие родирования. Вставка на каждом изделии фианит. Самое выгодное вложение – это именно в комплекты украшений. Можно подбирать украшения по одному, а можно приобрести полный комплект и разнообразными сочетаниями получить сразу невероятное количество вариантов самых разных и прекрасных образов. Вдохновляйтесь нашими украшениями и заказывайте их на сайте jumagazine.ru. Высота серёг 18 мм, ширина 9 мм, размеры вставки 7 на 5 мм. Паспортный вес 3,18 грамма. Паспортный вес кольца 2,2 грамма. Длина колье 45 см и цепочка-регулятор 5 см. Паспортный вес 26,6 грамма.
Разве можно представить себе более женственное украшение, чем комплект с жемчугом? Посмотрите, серьги и кольцо из серебра 925 пробы, покрытие золочения с выборочным радированием, вставка, культивированный жемчуг и фианиты. Какие очаровательные кольцо и серьги, о чем они напоминают вам? Об отдыхе на море? Об одуванчиковом поле? Пусть все летние мысли и мечты всегда будут с вами вместе с нашими украшениями, которые будут о них напоминать. Высота серёг 16 мм, ширина 11 мм, диаметр жемчужины 10 мм, паспортный вес 5,43 грамма. Ширина кольца 16 мм, диаметр жемчужины 10 мм, паспортный вес 3,7 грамма. Представляем вашему вниманию кольцо и подвеску из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования и со вставкой фианитом собственной огранки. Да, это именно то кольцо, от которого так многие наши покупательницы были в неописуемом восторге. На сайте оно представлено с фианитом желтого цвета, и сейчас мы показываем вам, как оно роскошно смотрится с этим великолепным фианитом дымчато-серого и в то же время сиреневого цвета. Также хотим отметить прекрасного дизайнерского паука. С таким украшением вы точно не останетесь незамечены и соберете множество комплиментов. Отличный вариант для самых смелых натур. Представляем вам серьги и колье из серебра 925 пробы в покрытии золочения и вставкой из фианитов белого и насыщенного винно-красного цвета. Такой стильный комплект будет прекрасно смотреться с вечерним нарядом, например, на семейном летнем ужине или романтическом свидании. Проявите свою чувственность. Закажите его прямо сейчас на нашем сайте и очаровывайте всех вокруг. Паспортный вес серег 8,5 грамма. Колье 11 грамм. Броши из серебра 925 пробы со вставкой из культивированного жемчуга. Покрытие, золочение и оксидирование. Изысканные, с цветочным мотивом, абсолютно универсальный аксессуар на любой случай. Льняные костюмы, платья и даже любимые джинсы. Можно продумать любой образ, и эта брошь подчеркнет его во всей красе. Диаметр броши 47 мм, диаметр жемчужины 10 мм. Паспортный вес 11,48 грамма. Представляем вашему вниманию серьги из серебра 925 пробы в покрытии золочения либо радирования, без вставок. Посмотрите, какие трендовые украшения приготовил для вас завод «Красная Пресня».
специально для поклонниц модных тенденций. Иллюзия мятого металла – самый горячий тренд этого лета. При всей своей простоте он вызывает восхищение и помогает раскрыть новые грани вашей натуры. Паспортный вес серёг 7,75 грамма. Серьги из серебра 925 пробы без вставок в традиционном стиле для любительниц подобных мотивов в украшениях. Такие аксессуары являются абсолютно универсальными и отлично подойдут на каждый день. Заказывайте скорее на нашем сайте и радуйте себя качественными украшениями по доступным ценам. Паспортный вес серег 10,8 грамма. Представляем вам серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования и с вставкой из великолепного искусственного султанита. Очень многие ждали именно этого обзора, и мы с удовольствием делаем его для вас. Тот самый легендарный и так любимый многими нашими покупателями комплект украшений с переливающимся искусственным султанитом-хамелеоном. Только посмотрите, как он сверкает, сколько оттенков дает, и в разном освещении будет играть совершенно по-разному. Уверяем, это настоящий хит сезона. Высота серёг 31 мм, диаметр вставки 12 мм, паспортный вес 8,68 грамма, паспортный вес кольца 5,26 грамма. Серьги из серебра 925 пробы в покрытии золочения либо родирования на ваш выбор. Вставка на изделиях – аккуратный фианит. Очень нежная модель серег как раз будет, кстати, жарким летним днем, например, с легким сарафаном или блузой. Он создаст дополнительный акцент, но в то же время не перенасытит образ и не утяжелит его. Паспортный вес серег – 1,31 грамма. На этом мы завершаем наш обзор. Надеемся, что в нем вы увидели те изделия, которые пришлись вам по вкусу и вдохновились на создание новых образов. Подписывайтесь на наш канал и включайте уведомления, чтобы быть в курсе выхода самых новых видео. Нам очень радостно и приятно снимать новые обзоры для вас, потому что мы понимаем, что помогаем определиться вам с выбором и поиском любимых изделий. До новых встреч в новых видео!